Сегодня у сотрудников таможенных служб горячая пора. Несмотря на то, что большинство участников чемпионата мира по хоккею попадут в Минск воздушным путем, а это порядка 80%, стражам границы необходимо обеспечить бесперебойное и ритмичное функционирование пунктов пропуска через государственную границу. Для туристов уже определены три основных погранперехода – Варшавский мост, Брестский железнодорожный вокзал и Домачево. Однако активная работа для комфортного и быстрого пересечения государственной границы для болельщиков ведется и на других пунктах пропуска. У нас будет принято в эксплуатацию пункт пропуска «Песчатка». Это международный пункт пропуска, красавец. 8 каналов в одну сторону, 8 каналов в другую сторону, на въезд, на выезд, район Беловежской пущи. У нас будет введена в эксплуатацию сервисная зона в районе пункта пропуска Козловичи. Мы будем и программные продукты использовать несколько в ином порядке. В том числе будем осуществлять при необходимости контроль в пути следования автобусов, дабы не приостанавливать движение. Ну и, соответственно, будут усилены наряды, не наряды, а отделы оформления и контроля дополнительными сотрудниками и профессионалы, которые владеют иностранными языками, будут подтягиваться на границу именно на пассажирские пункты пропуска. Ускоренное оформление иностранных автомобилей – еще одно приятное новшество для гостей чемпионата. Данная процедура в среднем займет всего несколько минут. Контроль за пересекающими границу иностранцами будет осуществляться на специально выделенных каналах и также будет быстрым. Однако на этом перечень оптимальных условий для участников и гостей одного из главных спортивных соревнований года не заканчивается. Будет создан единый информационный центр, который позволит всем болельщикам при наличии малейших затруднений обращаться на центральном уровне, это в городе Минске, плюс оперативные штабы будут создаваться и на областных уровнях, то есть в том числе в городе Бресте. Сотрудники обновленного здания железнодорожного вокзала, визитной карточки города над Бугом, также готовы принять зарубежных гостей. Сегодня для всех прибывших, в том числе для людей с ограниченными возможностями, созданы все необходимые условия. Мы будем принимать примерно по нашей оценке специалистов 10-15%, не более того, которые приедут или с собственным транспортом, или приедут поездами. Поэтому мы ставим задачу. Вокзал закончится реконструкцией к 1 мая. И чемпионат мира уже, чтобы люди могли ехать по нормальным условиях нашего отреставрированного вокзала. Кроме того, руководство Белорусской железной дороги намерено подготовить тематический разговорник, который облегчит персоналу общение с зарубежными гражданами, а также организовать обучение английскому языку работников, связанных с непосредственным обслуживанием пассажиров. Так что к чемпионату мира по хоккею Брещина будет в полной боевой готовности, чтобы достойно встретить своих гостей.